Начинаем очередную пятую лекцию. Мы все подготовили для того, чтобы, так сказать, ключевое понятие для нашего курса сегодня рассмотреть. Значит, тема сегодняшней лекции – политика. Политика. А курс у нас, как известно, называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Да, или сокращенно «Политическая конфликтология». Но ключевое понятие – политика. В прошлый раз мы говорили о том, что если речь идет о неравенстве экономическом и различном положении людей в системе общественного производства, то это деление называется делением на классы. И если есть разница в экономическом положении, есть различия в экономическом положении, то есть различия в экономических интересах. А если есть различия в экономических интересах, то это приводит к борьбе соответствующих групп социальных, то есть классов, за свои экономические интересы. Было бы странно наоборот, если бы классы не боролись за свои экономические интересы. Вот вам выгодно вот это, и вы бы за это не боролись. То есть, и речь при этом идет не об отдельных личностях, потому что вот сразу хочу оговориться, что отдельные личности, они совсем не обязательно действует в соответствии со своими экономическими интересами. История дает массу примеров того, что те или иные личности, которые, так сказать, изучают науку, изучают историю, изучают, так сказать, политическую и общественную жизнь, занимают свою позицию не в соответствии со своими экономическими интересами, а в соответствии с тем, каково их воспитание и образование. И если мы будем ставить вопрос о том, что является определяющим в человеческой истории, то мы скажем экономическое бытие. Что экономическое бытие общества определяет его общественное сознание. Если бытие феодальное, то и сознание феодальное. Если бытие рабовладельческое, то и сознание общества рабовладельческое. Скажем, в том же самом Риме древнем и в Древней Греции рабы за людей не считались. Это вполне соответствует рабовладельческому сознанию. Причем это очень просто объясняется. Если я вас победил, то я же вас победил, я вам, так сказать, даровал жизнь. Вы должны быть мне бесконечно благодарны. А если вы меня победили, я у вас раб, и я должен быть вам бесконечно благодарен, что я вообще еще живой, и что вы позволяете мне на вас работать. И, естественно, и соответствующие правовые нормы фиксировали это таким образом, что каждый рабовладелец может в любой момент убить своего раба. И раб за человека не считался, за гражданина не считался. И когда мы говорим об этой славной древнегреческой, древнеримской демократии, она относится к кому? К рабовладельцам и так называемым свободным гражданам, которые могли быть там еще, кроме рабовладельцев, не являющихся рабовладельцами, но, тем не менее, и не являющихся рабами. Рабы, которые составляли большинство, никоим образом не попадали в разряд тех, кто участвовал в голосовании во всех этих демократических процедурах. То есть по рождению, та демократия, которая была в Греции и в Древнем Риме, эта демократия как власть родилась, как власть меньшинства по существу. Меньшинства рабовладельцев по отношению к большинству вообще его населения. А если вы возьмете второе издание демократии в Соединенных Штатах Америки, как происходило становление нового демократического государства Соединенных Штатов Америки, началось оно с того, что приехали колонисты и первым делом, что сделали, местное население практически все уничтожили. Поскольку вот хорошо известно, что южноамериканские индейцы при тех злодеяниях, которые творили там испанские колонизаторы, а тем не менее, они дали себя, так сказать, заставить работать, то, что касается североамериканских индейцев, они ни при каких условиях не соглашались быть рабами. Ни при каких. Поэтому с ними поступали единственным тогда возможным способом. Их просто убивали. Ну и оставили некоторое количество показа, что вот есть местные жители. Это первое. Второе. Когда образовалось уже независимое государство, вроде бы, Соединенных Штатов, какая у них была война между собой, север против юга. В чем суть была этой войны? Значит, южные штаты рабовладельческие, там были рабы, вот, а северные штаты во главе с какой партией? А? Республика. Нет.
республиканской. А демократическая партия, эта партия была рабовладельцев. Это, конечно, вот парадокс истории, когда сейчас нынешний президент Соединенных Штатов Америки, сохраняющий некоторые черты, характерные национальные для чернокожих граждан, он, так сказать, лидер демократической партии, то есть партия, которая была партией рабовладельцев. Ну, понятное дело, о каком там большинстве можно было говорить речь, то есть вести речь. Поэтому можно так сказать, что действительно Соединенным Штатам Америки удалось создать действительно истинную демократию. В таком же смысле истинную, как бы первоначальную, такую же, какая была в Древней Греции и Риме. То есть, когда большинство рабов было фактически не гражданами, лишено всяких прав, были рабами, а меньшинство рабовладельцев, колонистов, свободных, они их угнетали. И это рабство продолжалось до 1862 года. А в России уже крепостничество отменили в 1861 году. Поэтому, когда нам вот начинают объяснять, что там большие традиции демократии, мы знаем, в чем состоят эти традиции, и знаем, что рабы у них привозные. Местных жителей они уничтожили, а при перевозке рабов, в которых обращали негров из Африки, только при перевозке погибло в трюмах, задохнулось 1,5 миллиона. То есть основная масса вот этого всего населения оказались рабами, причем их оторвали от семей, от обычной привычной жизни и бросили их, так сказать, в эту самую Северную Америку как объект нещадной эксплуатации. Ну вот, если вы возьмете феодальное общество, там уже, конечно, послабления большие. То есть вы можете продать, если вы феодал, можете продать крестьянина, можете купить, можете продать его отдельно, можете с семьей, можете без семьи, можете землей, можете без земли. И, так сказать, как бы принято было прямо так вот с кусками земли и продавать. Не обязательно вырывать и отдельно продавать, какого бы то ни было. Но вот убить уже было нельзя. То есть убийства были, конечно, крестьян, и сейчас есть убийства, так что это уже речь идет о преступлениях. Но это считалось преступлением против феодального государства, если помещик убил крестьянина. Это первое. И второе. Точно так же, как богатством рабовладельческого общества были рабы, у кого больше рабов, тот богаче. Правильно? Если у меня больше рабов, чем у вас, я более солидный член демократического общества римского или афинского, то в феодальном обществе, кто имеет больше крепостных, тот и более солидный член общества феодального. Там ни о какой, конечно, демократии речь вообще не шла. Там сразу с самого начала было ясно, что если я крепостной, то вы их правите, а я должен вас кормить. И на барщине работать столько-то дней в неделю. Остальное я могу на своем участке работать, который мне выделил барин. Барин мне дал землю, дал возможность ходить в лес, собирать грибы, ягоды, пасти коров своих. И, так сказать, я могу существовать. А вас совершенно не волнует, что я делаю, как я обеспечиваю свое существование. Но вас волнует, чтобы я не умер. Потому что если я умру, то у вас будет меньше рабов. А если у вас будет меньше рабов, вы начнете, так сказать, попадать в такую категорию, как мелкопоместный, так сказать, этот дворянин, у которого маленькое поместье, мало крестьян и так далее, поэтому даже мертвые души себе приписывали для того, чтобы придать себе известную солидность в феодальном обществе. Вот. Никакой демократии там не было, и даже духу не было. Это была какая врач? Аристократическая. Аристократия. Врать благородные, благородные. Они благородные правят, они благородные должны работать на благородных, и все. Надо сказать, что перед Великой Французской буржуазной революцией сложились такие условия, когда развернулась большая полемика между представителями нарождающейся буржуазии и представителями старой феодальной аристократии. Потому что старая феодальная аристократия в лице своих литературных выразителей она доказывала, что только
Те могут управлять государством, кто является благородным. То есть, если вы имеете папу, графа или князя, или барона, вы можете управлять. Если нет, то и нет. И вот тогда выступили французские буржуазные историки. Их зовут Тьерри, Менье и Гизо, которые стали в своих произведениях доказывать, что есть разные классы, и что вот эти классы между собой ведут борьбу, и что власть может быть не только у феодального класса, но и у других, в том числе у буржуазного класса. И в этом смысле эти произведения буржуазных историков предшествовали буржуазной революции и подготовили ее. Если вот в лоб спросить, вы можете провести этот научный эксперимент сегодня, спросить, я тут вот в магистратуре занимаюсь, ну что-то запамятовал, кто открыл классовую борьбу? Что вам ответит? Кто открыл теорию классовой борьбы? Вот я спрашиваю, всегда отвечаю, это Маркс. Почитаем, вызовем свидетеля и допросим его, как полагается. Вот есть письмо Иосифу Вейдемейеру в Нью-Йорк. Лондон, 5 марта 1852 года. Маркс Иосифу Вейдемейеру, Нью-Йорк. 5 марта 1852 года. Вот Маркс там пишет. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. То есть то, что мы вот в прошлый раз изучали, на прошлой лекции «Борьба классов» – это то, что относится к буржуазной историографии. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. Он имеет в виду Адама Смита и Рикардо, которые открыли теорию прибавочной стоимости и эту теорию развивали. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Вот Маркс все справлял. Что он сделал? Три пункта. Очень просто и понятно. И причем сам. И никакой, так сказать, никакой теории классовой борьбы он не открывал. Это, так сказать, было сделано до него. А вот то, что он связал существование класса с определенными фазами развития общества, он это дело совершенно определенно подчеркивает. Потому что одно дело классы рабовладельческого общества, другое дело классы феодального общества, третье дело классы буржуазного общества. И вот есть такие, так сказать, виды деления на вот такие типы производства, можно разделить на 5 типов, 5 формаций. Это получается так тогда, значит, первобытная коммунистическая формация, первобытный коммунизм, при котором человечество прожило 90 тысяч лет, в котором не было классового деления. Потом рабовладельческое общество, рабовладельческая формация, потом после нее идет феодальная формация, затем буржуазная формация, и идет отрицание частно-собственнических формаций, снова возвращение к системе общественной собственности на средства производства. Это получается коммунизм, вышедший из капитализма. И этот коммунизм, вышедший из капитализма, имеет 2 фазы. Низшую, когда еще остаются следы этого выхождения, и высшая, когда эти следы уже, так сказать, исчезли. И вот низшая фаза, как называется коммунизма? Социализм. Социализм. А высшая фаза называется? Коммунизм. Неправильно. Полный коммунизм. Потому что и социализм разве не коммунизм? Коммунизм неразвитый называется социализмом, а развитый коммунизм называется полным коммунизмом. Можно сказать полный коммунизм, не полный коммунизм. Можно сказать зрелый коммунизм, не зрелый коммунизм. Поэтому вот изыски, которые были где-то в 80-х годах по поводу развитого социализма, ничего общего в этом смысле с марксизмом не имеют, потому что, ну, если социализм развить, будет полный коммунизм. А если
он не, еще не полный коммунизм, он тогда, конечно, не развитой. Поэтому сам смысл социализма в его неразвитости, в незрелости. И это написано и у Маркса в «Критике Готской программы», которая посвящена программе германской социал-демократии, критике Готской программы. И у Ленина в «Государстве революции» написано, что в первой своей ступени, на первой своей фазе коммунизм не может быть еще вполне зрелым, вполне свободным от следов и традиций капитализма. И эти следы, они совершенно явно просматриваются. Как только заканчивается строительство социализма, то есть коммунизма в первой фазе, общественная собственность есть, но остается неравенство между городом и деревней, между людьми физического и умственного труда. И это различие очень довольно устойчивое, и оно преодолевается в течение очень длительного времени. И нет ни одной страны, в которой бы хотя бы на время установилась высшая фаза коммунизма. Вот, скажем, низшая фаза коммунизма устанавливалась в Советском Союзе, у нас, скажем, есть в КНДР. Она устанавливалась на Кубе, хотя Куба после того, как миллион примерно рабочих или работников превратились в самозанятых, она ушла назад в переходный период от капитализма к социализму. Поэтому вот это замечание Маркса, что вот классы надо всегда брать применительно к какому-то способу производства, какой-то общественно-экономической формации, очень важным является. А что касается социализма, то как бы вы ответили на вопрос, это классовое общество или бесклассовое? Ответ неправильный. Почему? Социализм – это что? Это коммунизм в первой фазе. Или молодой коммунизм. Если коммунизм – какое общество? Бесклассовое. Значит, молодой коммунизм – молодое бесклассовое общество. А в чем его молодость? А в том, что еще остается социальное неравенство. Вот, а как это выразить вот, в понятиях? И если вот покопаться в том, как выражали да, люди дотошные и умные, вот у Ленина есть в «Великом почине» такое, скажем, социализм – есть уничтожение классов. Перевернутые. Классы и социализм – они антагонисты здесь. Либо социализм съест классы, деление на классы совсем, поскольку он уничтожение классов, либо, наоборот, идет обратное классовое образование, и тогда исчезает социализм, что мы и наблюдаем в современной России. То есть вот такая формула интересная. То есть это противоречие. То есть в коммунистическом обществе на первой фазе есть отпечатки. Эти отпечатки проявляются в том, что есть вроде бы классы. Но они не антагонистические, естественно. Потому что вы что, не скажете, что вы, что рабочий класс воюет там, с интеллигенцией или с крестьянством. Или крестьянство воюет, или ведет классовую борьбу. А вот какая борьба может идти в низшей фазе коммунизма? Борьба с мелкобуржуазностью. То есть с попытками дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше и получше. То есть то, что характерно для трудящихся. Но каких трудящихся? Тот, который исходит из своего сугубо экономического интереса, эгоистического и связанного с какой-то продажей товара на рынке. Если я что-то делаю для продажи на рынок, то у меня нет такой задачи удовлетворить ваши потребности. Правильно? У меня есть задача от вас получить деньги за тот товар, который мне удастся его каким-то образом вам сбыть. Ну вот, это все, то, что я сейчас сказал, носит предварительный характер для того, чтобы поставить вопрос, а что же такое политика тогда? Поскольку вот мы сейчас говорили все время о борьбе классов, о классовой борьбе, и что эта классовая борьба есть во всех формациях, которые основаны на частной собственности, и не вполне затихает, и не сразу затихает даже в низшей фазе коммунизма, так что это такое, так сказать, политика? Ну вот, хотелось бы иметь, краткое такое определение, которое очень просто, так сказать, запомнить, а это для наших целей очень важно, потому что нам надо экзамены сдавать, потом и в жизни надо это недолго думать, вспоминать, что же это такое, а чтобы сразу приходило в голову, поэтому вообще краткие определения, они предпочтительны. Скажем, я не случайно давал определение классов краткое, что это просто большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. Все. Ну, раз отличающиеся по положению в производстве, это классы. А если по другим признакам, то это другое деление. Там можно по цвету волос, по полу различать, значит, по месту жительства это будет население и так далее. Классы по положению в производстве.
Так вот, самое короткое определение политики. Политика – это отношение между классами. Самое короткое. Если вы рассматриваете отношения между классами, то это политика. Вот если такой взять взгляд, такой ретроспективный на историю развития человечества, то можно вообще выделить три такие формации, уже крупные. Первая – это коммунистическая общественно-экономическая формация, изначальная, первобытный коммунизм. Потом формация частно-собственническая, она включает в себя, это есть отрицание коммунистической формации, правильно? Она включает в себя рабовладение, феодализм, капитализм и отрицание вот теперь частно-собственнических формаций и возвращение тем самым к общественной собственности. То есть коммунизм как отрицание, отрицание. Это в этом смысле прочный. Говорят, а что будет за коммунизм? А все, вот эта триада заканчивается. Бытие, отрицание бытия и отрицание этого отрицания. А что такое отрицание, отрицание? Это бесконечное отрицание. Если вдруг при коммунизме какие-то появляются частно-собственнические тенденции, они вновь отрицаются, и так бесконечно. И в этом смысле понятно, почему, скажем, классики марксизма называли это историей человечества, а все предыдущее – предысторией. То есть пока вот люди не пришли к соответствию между общественным характером производства и, собственно, и присвоения, и соответствие между характером производства и присвоения не наступило. Когда оно наступило, тогда происходит бесконечное отрицание того, что этому противоречит. Предыстория – это противоречивая история. Нет, предыстория – это история, которая не отвечает общественной сущности человека. Человек по природе – общественный человек. Поэтому этой природе противоречит как таковая частная собственность. Потому что труд общественный, уже даже вы возьмете первобытную общину, там, общественную, возьмите современный капитализм. Каждый делает то, что распространяется на все общество и иногда на весь мир. Вот вам живой пример. Вы имеете дело, так сказать, с таким производством, которое охватывает целый ряд стран. И то, что вы делаете, это вы делаете, но нельзя сказать, что это вы делаете только для России. То есть плоды вашего труда, они распространяются. И нет границ этому, вообще говоря. И дальнейшее развитие идет к тому, что каждый работает на каждого, и все работают на всех, но присваивают плоды этого труда, некоторые. Это вот острейшее противоречие. Оно все время обостряется, это противоречие. И в этом противоречии живет общество. Ну и из этого, так сказать, выход один, разрешение этого противоречия и приведение в соответствие общественного характера производства, присвоение в соответствии с общественным характером производства. Ну, возвращаемся к определению политики. Политика – отношения между классами. А какое может быть отношение между классами? Если эти классы антагонистические, то... Естественно, а если даже они не антагонистические, каждый класс для осуществления своих интересов хочет привлечь соответствующую силу. Потому что если речь о том, что имеется различие в экономических интересах, его одним убеждением не преодолеть. Поэтому как разрешается это вот противоречие в борьбе классов? Оно разрешается, конечно, не без убеждения, но и с применением принуждения. Если это принуждение хаотичное, это на ранних этапах было, там вдруг войны идут такие беспорядочные, друг друга убивают, то сейчас это принуждение, то есть начиная с эпохи рабовладения, приобрело такой систематический характер. Как называется? Что значит систематический характер? То есть не как угодно принуждать, а по закону. То есть установлены нормы, кого и за что наказывать, когда не наказывать, как наказывать. Если вы возьмете там современные кодексы, гражданский кодекс, там, уголовный кодекс, вы там можете прочитать административный кодекс, что можно делать, что нельзя делать, и какие меры предполагаются по отношению к тем, кто нарушает эти нормы. Это не значит, что эти нормы не будут нарушать, но это значит, что всякое нарушение преследуется. Преследуется причем чем? Силой принуждения. То есть в эту вот классовую борьбу втягивается и принимается определенная вооруженная сила. И поэтому вот эта вооруженная сила, систематическое насилие в интересах одного класса и
соответствующая организация систематического насилия и называется государством. То есть государство – это орудие силы для проведения политики, для осуществления, о политике пока молчим, для осуществления интересов господствующего класса, которое его из экономически господствующего делает политически господствующим. Вот если мы возьмем конец XIX века в России, какой класс был экономически господствующим? Нет. Уже вовсю развивался капитализм. Вы что? В конце XIX века экономически господствующим классом в городах и в деревне был уже капитализм. В городах это промышленный капитал, а сельские буржуа, называются кулаки, они составляли примерно 6% населения. Значит, батраки, ну, на них работали, но подавляющая масса крестьян еще была мелкими хозяйчиками, работающими на рынок, то есть мелкими буржуа. Ну, эти мелкие буржуа, естественно, стремились стать настоящими хозяевами, стать буржуа, поэтому, так сказать, такая тенденция к подчинению интересам буржуазного государства была, можно сказать, преобладающей. А государство оставалось каким? Феодальным. Это привело к тому, что в феврале 1917 года свершилась буржуазная революция, и, как вы понимаете, именно потому, что ее совершал самый могущественный экономический класс, она была сравнительно мирной. Ну, что вы можете сказать про февральскую революцию 1917 года? Она почти такая же мирная, как и социалистическая революция 1917 года, уже октябрьская, да? Но по разным причинам. По разным причинам. Здесь по той причине, что ее совершал экономически господствующий класс. Поэтому в этой борьбе, как только он ее получил, эту машину в руки, он стал ее использовать в своих интересах. В частности, в интересах империалистической буржуазии России было ведение империалистической войны, продолжение ее ведения. И вот эти же самые демократы, которые пришли к власти, буржуазные демократы, с одной стороны, они вроде бы такие провели демократические меры, я имею в виду временное правительство, как ликвидация корпуса жандармов, уничтожение департамента полиции. И вместо полиции с февраля 1917 года у нас в России появилась народная милиция. К сожалению, вот я смотрел выступление товарища Медведева в связи с переименованием. Он говорит, вот у нас милиция появилась с 1917 года, с Октябрьской революции. Это не так. Мог бы, значит, вот он как-то, вот, видимо, этот вопрос не доучил в свое время. Потому что с октября 1917 года появилась рабочая милиция, а народная милиция была. То есть даже странно, вот если сейчас у нас буржуазное государство, казалось бы, оно должно, ну, вернуться, ну, по логике вещей, если реставрируется буржуазный строй, ну, зачем же реставрировать феодальные всякие атрибуты? Зачем реставрировать полицию, когда буржуазная революция отменила эту самую полицию и установила народную милицию? И поэтому и понимание было, это милиция, это вооруженный народ. Он кто его должен охранять? А всех. А когда мы говорим о полиции, то она должна охранять частных собственников. Причем частные собственники имеют свою охрану за счет, так сказать, частных охранных структур. И плюс и государство тоже на их охране. Но если, то есть одни охраняются очень хорошо, и поэтому у нас эти проблемы охранные и безопасность населения не очень решаются, потому что, так сказать, безопасность, так сказать, всяких широких слоев не особенно интересует в данном случае государство. А вот есть особо охраняемые лица, они им гарантированно безопасны. Поэтому Прохоров восьмичасовой чуть не отменил. Прохоров к этому делу не имеет никакого отношения. Мы сейчас говорим о деятельности государства. То есть вывод, что в ходе классовой борьбы господствующий класс вооружается специальной машиной для подавления других классов, для подавления сопротивления. Можно это даже в более резкой форме сказать. Скажите, пожалуйста, вот, скажем, господствующий класс
подавлять своих противников с помощью государства? Скажем, если он господствующий класс, рабовладельщик, он подавляет? А как будет подавление в переводе на иностранный русский язык? Пресс – подавлять, репресс – репрессировать. Репрессирует господствующий класс рабовладельческий рабов. Конечно, репрессирует. Ну вот восстание Спартак поднял. И что сделали со Спартаком и со всеми его товарищами? Их уничтожили. Это репрессии. Какие? Их много было? Значит, массовые репрессии. А что такое подавление? В чем деятельность государства в подавлении, в сопротивлении? Оно может быть разное. Более мягкое, если сильное сопротивление, более сильное подавление. Слабое сопротивление, слабое подавление. Но в подавлении. То есть каждый должен знать, что если он будет выступать против этого класса, то его подавят вооруженной силой. Возьмем период феодализма. Ну а что сделали с Степаном Разиным и его сотоварищи? Или с Пугачевым? Хотя тоже Пугачев по своей идеологии, именно потому что идеология была не Разина, никакой альтернативы феодальному строю не предлагал. Он предлагал хорошего царя, в основном себя. Его подавили. И, так сказать, кто его к месту казни вез, сопровождал? Самый лучший полководец всего мира – Суворов. Даже к этому его приобщили, этого Суворова. Вот. То есть вооруженные силы подавлялись. И что с ним делали? Там четвертовали, руки-ноги отрубали. То есть это что такое? Это же подавление. Причем даже террористическое подавление. Чтобы неповадно было, да? Запугивание. То есть, значит, а крестьянские восстания жесточайшим образом подавлялись. То есть феодализм, феодалы репрессировали крестьян? Не всех, а тех, которые выступали против феодализма. Но кто выступает против крепостного права, хочет освободиться от своего помещика. Ну, те, которые удрали на края, поскольку они теперь все равно уже удрали, с ними начинаются уже переговоры, иначе они убегут в другую страну. Или они будут на службе другой страны. Поэтому с ними царь начинал переговоры о том, что они будут выполнять роль как бы представителей царя, защищать внешние границы России. Им дают известные вольности, забывают, что они убежали от своего помещика, даруют им тем самым известные свободы. Это кто? Как называется эта категория? Казаки. Казаки, казачество. Поэтому, когда у нас вот здесь ходят казаки по Ленинграду, ну это довольно странно, потому что если вы казаки, милостью просим на границе казакам. Вот там место казаки, это люди, которые... Но они, тем не менее, не ходят... Так они фуражки красивые, одежды красивые, традиции. Это, так сказать, культурологическое такое явление больше. Практика. Да. Но можно сказать, вот сейчас, в тех же событиях на Украине казаки принимают участие в составе, как добровольцы, и непосредственно, в общем, выполняют ту роль, которое вообще изначально казачество и выполняло. Оно и дело, оно вмешивалось в всякие конфликты и занимало там пророссийскую сторону, правильно? И следило за порядком. И следило за порядком, и порядок соблюдало. Поэтому, в общем-то, и прогрессивную роль казаков все понимают, так сказать, и их патриотизм тоже все учитывают. Ну, а буржуазная власть, а самую прогрессивную, какую мы возьмем? Ну, возьмем, скажем, тех, то у нас является там крупным буржуазным революционером. Марат и Робеспьер. Именно потому, что вот до последнего времени у нас была набережная Робеспьера и улица Марата. Улица Марата пока еще есть в честь буржуазного революционера. А Робеспьер, все, уже его память стерли. Уважаемый наш губернатор, который любит церковь, и который забыл вообще заветы великой буржуазной французской революции, что надо отделять религию от государства, государство от религии и школу от церкви. Почему? Потому что, скажем, если вы не устраиваете никаких государственных православных праздников, поскольку вот у нас православных больше всех в России, тогда никто не будет из представителей других религий тоже, так сказать, в обиде. Потому что даже для православных нет никаких государственных праздников. Государство не встает ни на сторону. Это частное дело. Вы верите то, что есть там черт, и верьте, пожалуйста, мы вам не мешаем. Мы вас можем разубеждать, говорить, что это не черт, а дьявол, но если вы верите, это ваше личное, частное дело. Но если я, так сказать, представляю собой государственного деятеля, то я в это дело не вмешиваюсь, тем более насильство не ввожу.
Интересно, а если, значит, вы устроили православный праздник какой-нибудь вроде 7 января, когда вот Христос, он, так сказать, согласно православному календарю родился, а я, значит, мусульманин, значит, я говорю, давай теперь будем праздновать мой. Нет, мой праздник уже не дают. Давайте хотя бы выходной день. И начинается уже, так сказать, соревнование религии. И начинается недовольство. Вот этого не, вот это как раз вот такого, этому отношению буржуазная революция французская, великая, положила конец. А вот у нас уже этого Робеспьера убрали и сделали Воскресенскую набережную. А почему Воскресенскую? Там Воскресенская церковь была. Великое событие. Ну, государство какое к этому дело имеет? Ну, разве... Ну, как вот буржуазное государство, а тот же самый... Наш губернатор, он же представитель буржуазного государства, как он может выступать против таких передовых буржуазных революционеров? Как-то даже можно было сказать, что у нас увековечены передовые буржуазные революционеры. Можно сказать, что, правда, эти революционеры тоже занимались репрессиями. Где была гильотина изобретена? Во Франции. Во Франции репрессировали, а потом начинается. Вот, говорит, советская власть репрессировала своих противников. Так если она не репрессировала, она бы их... не существовало как власть. А не было ли среди тех, кто осуществлял репрессии противников советской власти? Обязательно были. Раз такое, может быть, чтобы, когда речь идет о, так сказать, таких явлениях крупных, как государственный аппарат, чтобы внутри аппарата не было внутренней борьбы. Такого не может быть. Как сейчас? Вот есть взяточники, как казнокрады. Разве их нету сейчас? Сколько угодно. Коррупционеры. Они как бы противники этой государственной власти. А где они? Только внутри. Потому что червяки... которые едят яблоки, только в яблоке. Если они не в яблоке, то они, значит, особенно вреда и не приносят. Поэтому иначе и понимать нельзя. Поэтому вот весь этот такой истошный крик, вопли, вот репрессии. Ну, пока государство есть, оно что делает? Оно не исключает насилием каких-то преступлений, оно их ограничивает. То есть оно ограничивает выступление против силы этого самого класса. И что, скажем, говорили тот же самый Маркс или Энгельс в отношении государства при социализме. При полном коммунизме его не будет. Будет коммунистическое общественное самоуправление. Но на низшем этапе, значит, подавляться будет сопротивление тех трудящихся, которые будут стараться поменьше работать, побольше получить. Которые будут, собственно говоря, выступать против развития всех членов общества. И это, так сказать, было, так сказать, ясно изначально, и это надо понимать. Вот таковы интересы класса. Они могут вам нравиться, могут вам не нравиться, но такова, так сказать, таков ход истории. И ничего тут нового нету. Я ничего не могу добавить, к сожалению, так сказать, к этому, потому что это характерно для всех. И люди, которые изучают вопрос политики, они должны понять, что политика, которая вообще есть отношение между классами, но она связана с использованием государства. Обычно, когда речь идет о политике, конечно, всегда имеет в виду в той или иной мере участие государства в классовой борьбе. Поэтому как можно определить политику более развернуто, чем я вначале сказал? Я уже сказал, что вот у Энгельса вы можете найти политика отношений между классами. Все. Но какие отношения? А это такие отношения, которые связаны с использованием государства. Причем один класс это государство имеет в руках, господствующий, а угнетенные классы, подчиненные классы, они не имеют государства, но борются за то, чтобы это государство получить. Поэтому вся политика пронизана чем? Борьбой за власть. Борьбой за власть. Или за ту власть, которую я уже имею, если я представитель буржуазного класса, там, или феодального, или рабовладельческого. Тогда я должен, удерживать эту самую власть, и, б, использовать эту власть для осуществления своих интересов. Для чего берут власть? Чтобы ею пользоваться, чтобы подавлять своих противников, чтобы обеспечивать себе лучшие условия осуществления своих интересов. Поэтому, если кто думает, что государство проводит выборы и при этом не обеспечит выборы того класса, который проводит выборы, то они просто странные люди. Думают, что все дело в ошибках, в недостатках. Ошибки, недостатки, нарушения на выборах всегда были. Но прежде чем проводятся выборы, обеспечить обладание в сознании тех установок, которые дает правящий класс. Если это при феодализме не так было развито сильно, то есть с помощью религии, то сейчас с помощью средств массовой информации, когда вы жарите картошку и вам объясняют, за кого голосовать и почему, и когда вам и по телевидению, и в интернете, и везде идет определенная пропаганда,
Ну, странно было бы, я вот не могу предъявить какие-то претензии к власти на том основании, что власть защищает интересы своего класса. А для чего она создана, эта власть? Если это государство не защищает интересы своего класса, надо этих выгнать чиновников. Очень странно было бы, если бы они не защищали. И если они к выборам не подготовились, если они не обеспечили преобладание. Но тут приходит на помощь этим людям и марксизм. Марксизм что говорит? Что общественное бытие определяет общественное сознание. Если у вас у власти буржуазия, то значит в большинстве голов какое сознание? Скажите, пожалуйста. Если у власти буржуазии, какое сознание? Если у вас экономически у власти и политически у власти буржуазии, какое сознание в большинстве голов рабочих? Пролетарское или буржуазное? Буржуазное. Буржуазное, конечно. Поэтому не надо расстраиваться по поводу того, что там кто-то что-то нарушит или не нарушит. Будьте спокойны. При буржуазном строе выбирают представители буржуазных партий. Вот соотношение между, допустим, «Единой Россией», «Справедливой Россией» и ЛДПР может и изменяться. На каком-то этапе может еще допускаться, может быть, какое-нибудь яблоко или груша, или другая какая-нибудь партия, или слон, союз людей за образование и науки. Или, помните, был, значит, «Наш Дом России». То есть это может комбинации быть разные. Но смысл тот же самый. То есть если у вас в руках, если вы пришли к власти, ваш класс находится у власти, вы были бы очень странным классом, если бы вы не обеспечивали свое господство до выборов. А если вы не обеспечивали это господство, вас надо прогнать. Тогда действительно, те, кто люди этого не делают, они заслуживают того, чтобы их прогнали. Поэтому вот так прогнали большевики этих самых, вот эту буржуазию российскую, которая как-то свои интересы не защищала. Она почему не проводила учредительное собрание? Ну, это же какая-то грубая ошибка. Во-вторых, она затеяла эту возню со смертной казнью на фронте. Затеяла. Причем эсеры, те же самые, сидели в правительстве. Вы почему не дали землю крестьянам? Это какая мера? Социалистическая или буржуазная? Разделить землю? Социалистическая. Буржуазная. Да ладно, что за социалистическая? Разделить по игрокам? Рабочими, но между крестьянами. Ну, так это чисто буржуазная мера. Разделить и все. А когда вы разделите, что будет? А дальше будет то же самое. Одни станут богаче, другие беднее. Те, которые пока... Вот у меня родятся мальчики, а у вас девочки. И мы будем больше обрабатывать. У вас земличку возьмем в аренду, а у вас будет мало. И постепенно вы будете бедняки, будете батраки, к нам будете идти и будете у нас работать. И к 28-му году, у нас образовался снова класс кулаков, и были батраки, а вот эти вот середняки, это мелкие буржуа, и вот из та структура, которая была к октябрю 17-го, восстановилась. И поэтому у нас получился социалистический город и буржуазная деревня в чистом виде. И поэтому тот процесс, который был вот в конце 20-х, начале 30-х годов, коллективизация вообще-то называется социалистическая революция в деревне, потому что никакой социалистической революции в деревне не происходило. Так что мы сейчас говорим, что большевики-то имели же свою программу. Какая у большевиков была программа перед революцией? Отрезки вернуть крестьянам. Все, что отрезали, помещикам отдали землю. А крестьян обрезали так, что им ни лук, ни на лук выйти, ни на пашню, и мало, так сказать, земли у них. И они должны были работать на бывших своих помещиков, как бы им давать. Вот это была программа А, пункт А, и пункт Б – коллективизация. И что, коллективизация большевики? Нет. Большевики взяли эсеровскую программу прямо целиком, и ее, поскольку крестьянство требовало, но большевики, кроме всего прочего, были такой партией, которая шла и понимала, что надо учитывать интересы народа, широких масс. Вы что, против, в крестьянской России вы хотите пойти на какую-то революцию без поддержки этого народа? Можно вообще представлять себе какую-нибудь рабочую революцию без поддержки крестьянства? Нет, поэтому большевики это сделали. Зачем это не сделали эсеры? Непонятно. Теперь второе. Сколько, значит, эти так называемые буржуазные демократы кричали в отношении того, что надо собрать учредительное собрание. Ну, что не собрали-то? Ну, что не собрали? Учредительное собрание, установили там нормы, какие, буржуазные. Некогда, воевать надо. Воевать надо, значит, объявить, что нужно расстреливать за то, что вы, так сказать, удираете с фронта, когда уже, так сказать, люди оттуда убегали от бессмысленной войны. Значит, эти устроили... буржуазные демократы смертную казнь при Керенском, а большевики выступали за то, чтобы заключить мир. Ну, за кем пойдет народ, когда-то идет такая мировая бойня? А кто вообще вывел
человечество из этой Первой мировой войны. Сейчас вот отмечали 100 лет и так помалкивают как-то довольно странно. А кто выступал-то за то, чтобы большевики вывели? Больше никто и не предлагал. Причем вывели с такими потерями для себя страшными. Этот Брестский мир называли похабным, потому что отдали там всю Украину Германии и страшные контрибуции. Но большевики знали, что будет революция в Германии скоро, и все это можно будет отменить. И отменили потом. Ну, пошли же на эти жертвы. Так что, так сказать, и безголовость этой новой буржуазии была просто поразительной. Но почему не собрали? А большевики собрали учредительное собрание когда? Не помните? В 18 году, в январе, собрали. Ленин подготовил к нему такое решение, которое предложили им принять. То есть при этом сидели Ленин, Свердлов. Вот, пожалуйста, говорит, примите, что Советская Республика вышла, это самая высокая форма демократии. Поэтому учредительное собрание поддерживает все декреты советской власти о земле, о мире, о рабочем контроле, и на этом исчерпывает, так сказать, признает, что Советы более высокая форма демократии, и на этом исчерпывает свою миссию. И что? Ну что, так сказать, естественно, так сказать, буржуазные партии не согласились. Вот, с этими не стали за это голосовать. Большевики покинули, потому что кто власть там был уже? Власть-то была у кого? Чье государство уже? Государство было у большевиков к этому времени? Было. Охрана чья была? Большевиков. Поэтому большевики спокойно сказали, ну хорошо, сидите тут сколько хотите, и ушли. И кто-нибудь пальцем тронул этих самых из большевиков, депутатов учительно, никто пальцем не тронул. Тогда они, значит, шумели, потом, значит, к ночи они покинули это помещение, потом они решили поехать в Ярославль, потом из Ярославля они поехали к Колчаку, Колчак их посадил в тюрьму, потом в один прекрасный день их вывели и основную массу расстреляли. Кто? Белые или красные? Белые. Белые. Ну что же у вас, так сказать, так это вот как-то непонятно, как-то надо в политике какую-то последовательность иметь. Поэтому я бы сейчас объявил такой день памяти жертв вот тех самых политических репрессий, которые были, обрушились на голову депутатов учредительного собрания. Большевики тут ни при чем. А белогвардейцы расстреляли. Мало того, белогвардейцы начали репрессировать крестьян во время гражданской войны. Идет гражданская война. Воюют красные и белые. Красные быстро поняли, что с красногвардейцами не победишь белогвардейцев. Только с красными, с рабочими, которые, так сказать, будут вооружены, и все. То есть надо мобилизацию объявлять. Белогвардейцы тоже поняли, что с красными не выиграешь у них, если не объявишь мобилизацию. Значит, и белые объявили тоже мобилизацию. Пришли красные в одно село, мобилизовали. Кто не хочет по мобилизации идти, тот может и быть и расстрелян. В соседнее село пришли белые. Если вы не пойдете в белую армию, можете быть расстреляны. В итоге, в одном селе, вот они соседние, два села. Землю отобрали. Вот два села, вот и собрали армию одну и другую. В большинстве в этих армиях какой класс? Мелкая буржуазия. Крестьяне, мелкая буржуазия. Поэтому, когда вот начинают говорить, вот мелкая буржуазия, мы там ее не любим, они плохие. Ну, я не очень понимаю, а кто же воевал-то? В Красной армии основной, конечно, рабочие были прежде всего. И мелкая буржуазия. А в белой армии, ну, белогвардейцы прежде всего, и мелкая буржуазия. И вот при таком составе армии, когда большинство в каждой армии составляет мелкая буржуазия, ну, надо же было думать товарищу Деникину, который, господину, который шел на Москву, он почти дошел. Он дошел, и он что, не успевали дойти до Москвы и свергнуть, так сказать, большевистское правительство. Вешали крестьян, отбирали землю, вешали крестьян, которые засели уже. Они дальше идут, вешают. Отбирает землю, вешает. Еще немножко осталось до Москвы, крестьяне развернули винтовки и погнали эту белую армию. А те, которые, крестьяне, которые в белой армии, очень этому препятствовали, они разбежались. Они оттуда уходили, переходили в Красную армию. Красноармейцы отскочили и выгнали их. И это самые разутые, раздетые армии, в которой, между прочим, большевики не делали, как вот эти, извините за выражение, идиоты. Я имею в виду тех, которые объявили иллюстрацию на Украине. А большевики объявили, что, пожалуйста, буржуазные специалисты, приходите к нам. У нас принципы Парижской коммуны. У нас каждый чиновник получает не больше, чем 500 рублей. Остальное в партийную кассу. На вас это не распространяется. Вы к нам приходите, мы вам будем платить как буржуазным спецам. Специально было отменено для буржуазных спецов. И приходили генералу, который спичками торговал,
или зажигалками, и говорили: давай, генерал, давайте вы к нам пойдете, будете начальником армии, командиром в Красную армию. Но зарплата вот такая. И кто пошел в Красную армию? В Красную армию собрали более квалифицированный состав офицеров к царской армии, чем удалось это сделать белогвардейцам. Потому что они такой вот какой-то ясности такой линии не проводили. Есть такая книга Бушкова «Красный монарх». Еще есть вторая книга «Ледяной тром» про Сталина. И там этот человек не коммунист. Он, так сказать, относится к Сталину как просто, дескать, вот государство построил хорошее. Ничего общего с коммунизмом не имеет. Просто, говорит, царь такой был, но красный. И вот он там приводит данные буквально прямо, в каких званиях и кто в Красной армии был, и в каких званиях были в Белой. В Белой, ну, более мелкого пошиба были военные. Короче говоря, царские генералы, поставленные на службу, привлеченные на службу большевиками в Красную армию, плюс комиссары, конечно, были у них, и мелкой буржуазии, ну, конечно, ядро в Красной армии составляли рабочие, особенно, скажем, матросы, которые переодетые рабочие, правильно? А переодетые крестьяне – основная масса красной. Вот эти самые люди разгромили белую армию, в которой тоже была мелкая буржуазия в основном. По каким причинам? По причинам классовой борьбы, потому что классовая борьба была за землю, за волю, за лучшую долю. И прямо крестьяне говорили, Ленин об этом писал, что, ну вот, как относится крестьянин к большевикам? Отрицательно, потому что они вот разверстку делают, эти большевики. И поэтому отношение у них было, большевикам и крестьян, не очень хорошее в гражданскую войну. Но, говорит, а большевики, конечно, плохие, но эти совсем плохие. Поэтому мы развернемся, они потому что землю, у нас эти вот эти нехорошие дали нам землю. Ну, неужели мы представляем себе, что в головах у мелких буржуа, социализм, коммунизм, я думаю, это наивность какая-то. Но эти дают нам землю дали и мир, а эти нас заставляют, так сказать, умирать. И отбирают у нас, и вешают крестьян за то, что они засевают на той земле, которую дали большевики. Вот и все, вот все это отрешилось. Что решилось здесь? Поэтому, когда рассказывают, вот большевики захватили власть, это наивные какие-то рассуждения, так туповатые. Большевики не захватили власть, большевики действовали строго по науке. И строго по науке, вот мы можем теперь сформулировать, что такое политика. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти в интересах того класса, который эту власть установил. То есть, если раньше у нас была лекция на тему классовая борьба, да, а мы от нее, так сказать, не отказались, не выбросили ее, это буржуазное открытие, которое сделали Тьерри Менье и Гизо, а так и доработали дальше. Вот политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. То есть область политики – это как бы одна область. Только один класс уже имеет в руках это государство. Для него первая фаза, первая стадия этой политики – захватить власть, установить свою власть – решена. Ему нужно удерживать власть и, применять ее. Власть дается для того, чтобы ею использоваться, И вторая задача, которая стоит перед классом угнетенным. Сначала завоевать власть, а потом использовать государство, когда его завоюешь, для того, чтобы осуществлять свои интересы. То же самое. Но у него три стадии – завоевания, удержания и осуществления. А у правящего класса только две стадии, то есть две задачи. Вот это строгое научное понимание политики. Поэтому, когда вот начинают люди или вспоминать какие-то там рассуждения Платона, который, так сказать, тогда, так сказать, имел представление, что это политика, это вот, ну, как полиция, город там, хозяйство городское, иногда это называется политикой. И это примерно так же, как у нас коммунальное хозяйство, это идет от принципов Парижской коммуны. Но коммунальное – это просто, так сказать, связанное с какое-то общее хозяйство. В общем-то, ничего там такого коммунистического нет, как вы понимаете, в коммунальном хозяйстве. А вообще коммунист означает общий, в переводе из французского на русский язык. Вот, поэтому, когда здесь...
Когда здесь речь идет о политике, когда речь идет о политике, политика, вот это классовая борьба. Но она по-разному выступает с противоположных сторон. Или это три задачи у оппозиционного класса, или это две задачи у того класса, который является экономически и политически господствующим. Одна теоретическая проблема возникала, которую решили Маркс и Энгельс. Они очень, так сказать, себя хвалили за решение этой задачи. Что вот оппозиционный класс не может просто взять этот вот государственный аппарат, который есть, и пустить его для своих целей в действие. Не может. И он должен разбить, сломать, разгромить этот буржуазный государственный аппарат. Вот так писали Маркс и Энгельс. Ленин в «Государстве и революции» тоже об этом писал, приводил эти выдержки из произведения Маркса и Энгельса, что надо. У него есть такая тетрадь, синяя тетрадь, в которой он специально подготовил все выдержки из произведения Маркса и Энгельса по вопросу о государстве. И когда он находился в разливе, он написал, что он собрался писать «Государство и революцию» и просил привести ему тетрадь. А говорит, если меня укокошат, то эту тетрадь опубликуйте. Так сказать, все, что он мог сделать тогда. Но его не укокошили. И он тогда дописал «Государство и революции» на основе этой тетради. Сейчас в 33-м томе полного собрания сочинений вторая часть – это вот эта синяя тетрадь, а первая часть – это «Государство и революция». Но она была, вот эта синяя тетрадь сделана так, что там все страницы точные, все ссылки точные. То есть он мог писать ее где угодно, хоть в разливе, хоть в лесу, хоть на лугу, хоть на пеньке. То есть все было сделано так, как надо. А когда у вас эта работа проделана предварительно, ничего плохого нет, что на свежем воздухе вы пишете эту работу. Так вот, на практике большевики вот эту мысль о том, что надо разгромить, разбить старый государственный аппарат, осуществили блестяще в том смысле, что они не такую глупость, как просто разгонять, там, скажем, сотрудников старого государственного аппарата, их там подвергать их силе, репрессиям и так далее, они этой глупостью не занимались. Вот то, что мы наблюдаем сейчас на Украине, когда они там хватают чиновников, сажают их в мусорные баки, избивают. Это говорит вообще о бескультуре и темноте. То люди вообще могли бы научиться, между прочим, у тех же самых большевиков, что надо делать. Большевики начали создавать свой государственный аппарат. Какой? Советы. Советы, значит, они имели, большевики, к сентябрю, после июльских событий, после Корниловского мятежа, они имели большинство в войсках Северного фронта и в Москве, и в Петрограде. То есть кулак, по существу, имели в этих органах. Что такое советы были в то время? Это вооруженные, конечно, органы. У них были Красная гвардия, и даже в июльские события тоже, так сказать, могли идти большевики с оружием. И у нас, так сказать, помещения были в Кшесинской соответствующие. Хотя после июльских событий большевики ушли в подполье, но их же попросило временное правительство спасти от Корнилова. Потому что само оно не справлялось, и авторитета не имело. Большевики спасли от Корнилова, в частности, матросы с «Авроры» защищали Зимний, поэтому им проблемы не было в октябре зайти в Зимний дворец, и поэтому там изображать Октябрьскую революцию таким образом, что там прям большая битва была. Ну, с кем там биться-то там? Охраняли Зимний дворец, женский батальон, да... Кадеты. То есть там никакого такой там войны-то не было. Поэтому говорят, что вроде есть были и жертвы, но никто фамилии не назвал до сих пор из историков. Ну кто такие, если жертвы такую великую революцию, великую октябрьскую, стрельческую революцию, жертв? Ни одной фамилии назвать не могут. Краснова отпустили по честное слово. Говорят, что зря отпустили, дескать, вот он бы. Зря вы отпустили. Не зря, потому что большевики продемонстрировали, что они, так сказать, не за то, чтобы была гражданская война. А временное правительство всех выпустили. И многие члены, если вы возьмете судьбу, вся судьба это известна. Одни служили в Красной армии, члены временного правительства, там, скажем, помогали организовывать военное снабжение. Другие приходили во время Великой Отечественной войны выпить за победы, значит, Советского Союза. Третьи
Видите, как Краснова? Например, их поймали, Краснова поймали и его расстреляли, поскольку он не выдержал слова офицера. Так что награда нашла героя. Во всяком случае, большевики здесь проявили определенную последовательность и продемонстрировали, что мы создаем государственный аппарат вовсе не таким образом, что мы вообще всех преследуем, кто был в старом государственном аппарате. Наоборот, мы всех берем. И это получалось разрушение этого старого аппарата, который не мог осуществлять социалистические цели. И, значит, царские офицеры, специалисты-телефонисты, телеграфисты, связисты, чиновники всякого рода стали работать. Надо сказать, что вот во время переворота 90-х годов, тоже если вот кто видел, как это происходило изнутри, а я, например, был членом обкома в 90-91 году от Выборгского района, то есть я не был на освобожденной партийной работе, я был профессором здесь, но я был избран членом обкома. То есть на пленуме приходил, я поставил вопрос об изгнании из партии Горбачева, 17 человек проголосовало, остальные не проголосовали. Я видел, у меня был пропуск, естественно, в Смольне. Я в Смольном, так сказать, продолжал находиться и после переворота, потому что у нас там была газета «Народная правда», где я вот сейчас главный редактор, а был первым заместителем. Я хочу сказать, что там очень мало что поменялось. Там весь аппарат там остался. И в этом смысле те люди, которые осуществляли этот контрреволюционный период, были не дураки. Они, так сказать, спокойно, у них все шло, ничего не обрушилось. Ничего не затопило, ничего не рассыпалось, поэтому все это шло нормально, и, так сказать, политический это переход к противоположному способу производства, к противоположной системе правления, но не было вот этих безобразий, которые мы наблюдаем на Украине. Ну что вы думаете? Ну что значит люстрация? То есть вы думаете, что вы посадите этих новых людей, которые не были чиновниками, они первые, что будут делать? В условиях, когда у вас главная частная собственность, и каждому вы объяснили, что самое главное – это ваши личные интересы. И вот если я сел на это место, и мне внедрили в голову, что самое главное, мой личный интерес, что я буду делать? Натягивать это место, да, сюда. Ну а если я при этом меня и посадят на год, ну это считайте, что я был на заработке. 15 миллионами, ну всего-то год поработал и получил 15 миллионов. Тем более сейчас вот у нас в России никого не конфискуют то, что получишь. Ну и набрал. Или, скажем, во время, когда Медведев был президентом, придумали кратность взятки. Я взял 12 взяток по миллиону. Потом меня судили. Это не уголовный суд. Это, так сказать, меня судили, потому что это в тюрьму не надо сажать. Дескать, просто кратность меня 5 взяток. 5 – это 5 миллионов. Я посчитал, 12 минус 5 – 7. 7 мне остается, ну, нормально. 7 миллионов я заработал. Идет в следующий год. Это же не то, что было там, сказать, при советской власти, когда за взятки расстреливали, как сейчас в Китае расстреливать. И первое, что сделали, когда пришел Ельцин, это убрали народный контроль, который, так сказать, следил за, чтобы не брали взятки и не разворовывали имущество. И, так сказать, убрали смертную казнь, которую боялись. А что бояться этих денег-то? Мы получим больше, и мы посчитаем, столько получим, столько отдадим, в итоге получим прибыль. Вот такая картина. Значит, классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот что такое политика. И через эту призму надо все рассматривать. А всякого рода такие суждения, типа там политика, грязное дело. Концентрированное. Это не определение. Экономики. Это не определение политики. Политика, в данном случае, это суждение о политике. Потому что если вы представляете умирающий класс, то ваша политика – грязное дело. А если я восходящий класс, моя политика – светлое дело. А если я умирающий класс, а вы восходящий класс, ну, скажем, вы буржуазия, а я представляю дворян. Наше дело – вот мы этот помещичий строй, крепостничество соблюдаем, сохраняем. Поэтому наша политика – грязное дело. Мы доказываем, что это хорошо, что вот мы барин, отец я для них, для всех. А вы хотите это разрушить, такую российскую такую хорошую жизнь, когда вот есть крестьяне, которые мне подарки приносят, и я о них забочусь, и так далее. То же самое там высказывание, что политика, есть первенство политики над экономикой. Это что значит? Понятно, что если я веду политику, я должен изучить интересы, осознать их, выразить и ими руководствоваться. Ну, понятно, первым идет. Значит, политически я это выражаю, даже идеологически выражаю, и ставлю цель государственному аппарату, который у меня в руках.
Поэтому первенство получается. Но в основе-то лежит не политика, а в основе лежит экономика. А политика лишь концентрированное выражение экономики. Но экономики не всей. Неужели я буду концентрированно выражать интересы другого класса? Я концентрированно буду выражать интересы какого класса? Того класса, которому я служу. А какому я служу, вы же знаете. Одни интеллигенты служат одному классу, другие – другому. Энгельс, например, фабрикант, служил буржуазному классу. Декабристы, которых беспощадно подавили, их, можно сказать, это что были? Репрессии. Кто произвел репрессии? Царизм, феодальный класс. А они представители буржуазного класса. Они же буржуазную Россию. Они освобождали крестьянство. Они требовали освобождения от крепостного права. Тот же самый царь через 43 года взял, сам освободил. Ну как-то... Нет, даже меньше. Сколько это? 40, 25? 25. Через 36 лет. Да? Так а что он тогда сделал тогда? Если ты тех расстрелил, вешал это дело, а тут вы их освободили. Как-то непоследовательно. Странно. Вот и я думаю... телевизору никто вот этого не думаю, проводит. Потому что это наука. Вот я думаю, что вот это понимание, и оно не случайно, вот мы на этом такой сделали акцент, это понимание того, что такое политика, должно быть совершенно ясным и понятным, и прозрачным. Вот, ну, поскольку у нас, так сказать, магистратура тут на выданье, то у всех это должно быть, так сказать, по этому вопросу четкое и ясное понимание. Другое дело... Там каждый выбирает, на какой стороне он стоит, там, в этой классовой борьбе, какую он сторону выбирает. Но, вот, например, Ленин говорил, что самый худший способ – это когда человек бегает по баррикаде. Если вот классы ведут свою борьбу, и вот он прокладывает свою тропинку по баррикаде, то стреляет с двух сторон. Поэтому или то, вы, если, говорит, вы не выберете вот такое вот бурное время, или ту сторону, или эту, вас изобьют и убьют. И поэтому он вот аполитичность, так сказать, он ценил как это, так сказать, такая позиция, которая делает человека просто слепой игрушкой вот в руках этих крупных политических сил. Или щепкой. Потому что если вы не занимаетесь политикой, то политика занимается вами. И что с вами будет, вы не знаете, потому что есть другие люди, которые об этом думают. И если вы думаете, что вы отсидитесь дома, ничего, там вам повысят квартплату, так повысят, что вы, значит, будете думать, как бы вам поменяться на меньшую. А он говорит, государство придет вам на помощь и сменяет трехкомнатную, двухкомнатную, потом двухкомнатную, однокомнатную и так далее. Если вы думаете, что ничего, вы хлебушка покушаете и молочком запьете, на молочко повысят, и на хлебушек повысят, на все повысят. То есть люди, которые это понимают, они должны сознательно к этому относиться и разбираться в этом вопросе. Потому что поэтому многие конфликты, которые являются так внешнеэкономическими, они носят, конечно, и во многом политический характер. Об этом мы будем говорить дальше в курсе. Спасибо за внимание.